видите, вон в бочке. Поутру мы с Алексеем Ивановичем отправились на обследование близлежащей окрестности. Изба Алексея располагалась в живописном месте, прямо в бору. В нем произрастало множество пушистого векового ягеля. Ягель усыпал своей периной весь бор, отчего лес становился беломошным. На этой перине всюду виднелись бусинки ягод черники и брусники. Этой ягодой любили лакомиться глухари и соболя. Они были частыми гостями в лагере Алексея и хорошо раззадоривали собак. Алексей же принципиально не трогал дичь в районе избы, поэтому любопытные обитатели леса частенько его навещали. Неподалеку изгибалась красавица река, а на изгибе находился песчаный обрыв, любимое место сборища местных глухарей. Ниже по течению росли большие необъятные кедры. Их любили навещать косолапые, чтобы полакомиться кедровыми орешками. Тут моих рук не видно было. А что ты, говоришь, посадил? Ну, земляная груша, топинамбур. Вот-вот. Ну, по научному топинамбур, а по народному земляная груша. Там внизу клубни. Если откопать, клубни маленькие будут. Медведь этот область поломал, раскусил. Вот недавно я был, нормально было. Признаки присутствия медведя неподалеку от лагеря насторожили нас. Наш опыт подсказывал, что самые опасные косолапые – это те особи, которые теряют страх перед человеком. Диких животных ни в коем случае нельзя подкармливать и показывать им свое расположение. В большинстве случаев для таких зверей все заканчивается печально. Медведь перестает чувствовать опасность перед человеком и начинает со временем искать пропитание у людей. С приходом холодов такие особи не набирают нужное количество жира, необходимое им для комфортной зимовки. Они начинают шарахаться по зимней тайге в поисках еды, и самой доступной добычей для них является человек. Да, видно, что он тут лежал. Да, скользливый. Если приходит, берет. Подходит к самой избе, недалеко. Ну да, тут уже как бы ты дома. Здесь, тут напрямую-то рядышком совсем. А ты, вот это первый сезон, до этого они тебя не бомбили ни разу? Почему не бомбили? Бомбили, да? Ну вот много-много лет уже как бы это нормальные. Спокойно. Медведи же разные есть. Mm-hmm. Которые есть такие нехорошие, их как бы стараешься убрать. А нормально, ну что, пусть живет, бегает. Я замечал, в основном шкалят эти медведицы с медвежатами. Даже не они, а медвежаты. Медвежата, ага, любят. Это недалеко от Алексея медведь вышел, хулиган, который обоз ему прогрыз. Ну и там у ребят еще бензин спустил. В общем, хулиганистый медведь. Соболь.
Практически все лоси в природе предпочитают убегать от собак в воду. Этот инстинкт, по всей видимости, у лосей выработали волки. Вода не позволяет коротконогим животным быстро передвигаться. Лоси же, наоборот, имеют большое преимущество в передвижении. К тому же в воде зверь может запросто подбежать к собачке и забить ее копытами. Как правило, опытные собачки понапрасну в воду не лезут. Вот и этот молодой бычок был не исключением. Он долго злился от кажущейся безысходности, но потом принял самое верное решение – убегать вниз по течению. В глубоких участках реки зверь замедлялся, а на мелководье значительно увеличивал скорость. Пройдя таким образом приличное расстояние, лось направился к противоположному берегу от собак. Но собачки, обладая опытом, быстро разделились на две группы, и как только зверь вышел на берег, его сразу настигла Куся. Она в азартном порыве начала его преследовать. В тот момент я находился в лодке, а Алексей наблюдал за происходящим с берега. Когда мы с ним встретились, я спросил у Алексея Ивановича, о чем он думал в тот момент и почему не стал стрелять? Иваныч мне честно признался, что не хотел добывать этого молодого красавца и больше всего переживал, чтобы я тоже отказался от выстрела. Мы поняли друг друга мгновенно, ведь я мыслил точно так же. Рассмеявшись от души, мы поделились эмоциями. Нам ничего не оставалось, как ожидать, когда вернутся собачки. Собак забрали и поехали выше. Ну, это, наверное, сегодня высшая точка, куда приехали. Больше у нас бензина не хватит. Ну и, в принципе, здесь классно. Места хорошие, богатые, дичью, глухарями. Зверя очень много. Сейчас потихонечку будем разбивать стан. Собак решил, подустали. Сейчас отоспятся. Сегодня с утра точно никуда не пойдет. Конечно, она усталость, она же накапливается. Ну, ошейники сегодня не дадут. Они рывок еще могут сделать, как долго.
Такой витрина, смотри, здесь тихо, хорошо. Угу. Я медведя сразу смотрю внутренние органы какие. Если как бы не поврежденные, значит здоровый медведь. Ну да, я тоже смотрю. Ну черви там. Ну, если, не... если легкие, розовенькие, хорошие, не черные, то это здоровый медведь. Ну, да. Ложится у меня, так и стоит. На, дождь кончился. Опять, наверное, сегодня будет погода хорошая, ночью опять дождь будет. То я уже привык. Третий день. Все равно все-таки самое вкусное, что было, это кухаринная грудка. Вот летом в таких местах нельзя костер жечь. Здесь этот как бы мох очень толстый, это до песка далеко. Если пойдет, то уже не потушишь, просто не потушишь. Туда место. Иди, иди. Ты моя пошла. Видишь, как они друг от друга учатся быстро. Ага. Привет,
Куся, тогда пойдем. Пошли. Пошли. Он еще не вышел. Куся, пойдем. Когда было? Когда хочешь? В 64-м, 65-м, где-то в этих годах. И она обозначает, что здесь визира. Здесь идет как визирка, это квартал делит. Когда еще только-только промхоз организовался, сначала прежде чем организовать, надо же сделать и как бы это изыскание. Вот охота строительная экспедиция была. Угу. Нашли старую визиру, у Алексея глаз алмаз, он все эти вещи видит. И нашли старый капкан, чей-то был брошенный старый. О, смотри, Лёш, тут аж это въелось в дерево, вросло. Вросло. И он отгнил, там упал, он, наверное, с земли поднял, уже повесил. Короче, палка перекладина. Это, наверное, еще когда промхоз был, и с тех времен, наверное, еще чей-то путик был. Кабан, блин. Вот это, ребят, звериная тропа. По ней волчи ходят. Волки, медведи. Настоящая звериная тропа. Люди. Ну, люди тут редко ходят. Но иногда ходят. Здесь кроме нас никто не ходит. А, ну вот. Алексей сказал, кроме него тут никто не ходит. Зайка, тебе там хорошо? Мазила. Что нельзя? Уйди, сказал! Ну-ка, уйди! Все, молодцы! Багира молодец! Да, добрый такой, ребят, глухарик-то! Вообще классный! Хороший прям петух! Все,
сегодня живем со стейками. Алексей, ну обедом мы с тобой сегодня обеспечены. Багирка молодец. Нашла его махом. Молодая азартная была и сейчас азартная. Стейк в походных условиях, ребят. Нельзя. Эмма, ты где была? Ты кого съела? Эмма, кушать хочешь? Жайма, ребят, кушать не хочет. Гляньте на ее морду. В тот день случилось событие, которое я с нетерпением ожидал на протяжении всей нашей охоты. Шаман, без посторонней помощи, полностью сам распутал след и посадил на дерево глухаря. С виду обычное событие являлось очень значимым в жизни шамана, ведь это был его первый глухарь, которого он сработал сам. А для меня это означало, что нас с шаманом ждет большая охотничья тропа, название которой «Жизнь». Я его вот так ставлю, смотри, на зиму, на лето оставляю вот так. Он у нас Кузьмич охранник. Охрана, да, Кузьмич, не просто так. Кузьмич. У него же, да, вон, нос, глаза, все как положено есть. Есть это, трусливые медведи. Я вот эти видел, заметил, что у меня флаги кругом висят. Угу. Боятся, вот особенно молодые боятся.
через сито это просто сделаем, грязь останется, это все уйдет. Жалко выбрасывать. Давай раздавать. Куся. Куся. Шаман. 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 Зая. 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 Я включаю клички, то есть конкретно. Да. Они же у меня потом фрукты вырывают. Так. Кому-то да, один все сожрет, а кому-то не достанет. Сибирским яблочком. Тарелку неудобно, мы вот-вот сюда положим, удобненько. Тихо, рядышком. Мысль о поимке медведя-хулигана не покидала нас ни на минуту. Ведь этот медведь был непредсказуем и перешел грань страха перед человеком. От такого зверя можно было ожидать все, что угодно. Поэтому в очередной раз мы выдвинулись с надеждой поймать хулигана. За время нашей охоты мы усвоили некоторые особенности зверя. Он любил ходить неподалеку от лагеря, но, видимо, очень сильно побаивался собачек. Поэтому предпочитал посещать лагерь во время нашего отсутствия. Его следы часто нам попадались на песках. Но зверь был достаточно умен, чтобы сбросить собак со следа и сбить их с толку. Именно по этой причине нам не удавалось его поймать. Но в этот день удача нам улыбнулась. По всей видимости, зверь прошел неподалеку от берега реки. И во время езды собачки учуяли его запах прямо с лодки. Куся, иди к Войдя в лес, мы обнаружили Багиру. Она вместе с молодежью работала соболька, который сидел на кедре и порыкивал от недовольства на собак. Я сперва не понял, что происходит, ведь Жайма с Кусей явно учуяли след крупного зверя. Но посмотрев навигатор, мне сразу все стало ясно. Мои собачки медленно, но уверенно продвигались вглубь материковой тайги и явно работали медведя. Багира же предпочитала работу по соболю, ведь так ее приучил хозяин, Алексей Иванович. Соболиная работа лайки всегда в приоритете у охотников, занимающихся промыслом пушного золота. Ну а я был несказанно рад тому, что моя зайка тоже пыталась постичь это пока что для нее непонятное действие. Ha ha ha!
ребят, на лай собак. Собаки лают, похоже, медведи. Вот, полкилометра уже прошли с Алексеем. Ну, слышно уже, да? Нет, нет. Слышно хорошо уже. Нам еще придется там речку переходить. Ну, пока идем, пока нормально. Фиксировали ручей, навигатор показывает еще 1,5 километра, собак уже отчетливо хорошо слышно. Ну идем, будем надеяться, что все получится. Остался километр. Ну пусть лает. Молодежь, она наоборот хорошо, если здесь останется. Прежде чем основательно встать, медведь прошел около 8 километров. Передвигался он широким размашистым шагом, держа направление вглубь материковой тайги. По всей видимости, зверь хотел завести собак в тяжелый захламленный лес. Там ему было бы гораздо проще поймать собак. Ведь корни деревьев, пни, бревна, мелкие кустарники создают очень сильное препятствие в передвижении для собачек. Медведи прекрасно знают про эту особенность и всегда стараются залезть в тяжелый бурелом. Вот и этот косолапый был не исключение. Он шел в самый тяжелый район, чтобы избавиться от преследования.
Ушли ребят на 200 метров, подняли мавик и напугали медведя. Медведь рунулся. Ну, пошел в сторону реки, сейчас пойдем до лодки. Попробуем на лодке подъехать поближе. Если успеем, если не стемнеет. Может, до лодки тоже 3 километра топать. Еще на лодке ехать где-то полчаса больше. Минут 40, наверное, да, Алексей? На лодке. Идти? Не, на лодке туда подниматься. Ну, километров, наверное, 20 больше. Ну, ну ладно, будем пробовать, что делать. Пойдем. Ну и погодка. Погодка жесть. Дождь моросит и моросит. Еще километр два осталось. Ой. Доехали до избушки. Сейчас переночуем на этой избушке. Ну, на проходной. А завтра хотим еще посмотреть. Медведя сегодня так и не взяли. Не знаю даже почему. Опять я его мавиком подшумел. Медведь ушел. Собаки его бросили. Че, Гриш Иванович? Багира где? А, Багира. Подожди, а мы ее где оставляли? Ну, где медведь ушел, а там оставляли. Ну, ну, сейчас, может, услышим, нет, может, услышим ее, она, может, сама придет. Ну, искать смотри, не будем. Давай, сейчас немножко, она либо заорет. Не-не, искать не будем, она сама придет. Либо съездим, тут недалеко. Да нет, не надо. Рюкзак мне мой. Рюкзак здесь, да, сейчас. Сейчас печку растопим. Ну, пока такие дела. Можем в лодке, в принципе. Нет, разберусь. Ты избавой человек, я лодочный. Ну, ладно. Какие дела?
Айда, пойдем! Айда, место! Ой, Тусечка, молодец, Тусечка! Жайма! Пошли! Шаман! Айда, место! Замолвишь с пулем. Тут это, почтальонный столб, или как его назвать, весь медведем укосан. Смотрите. Вот следы. Вот следы от когтей. Вот.
Вот следы от когтей. Вот, вот свежие следы от когтей. Посвежее. Вот это старые следы от когтей. Вот. Тропа идет вдоль речки. Выносим мясо. Вчера добыли лосика на пропитание. Вот. Сегодня с Иванычем выносим потихонечку. Сейчас уже два ходаря сделали, еще пару ходарей осталось. Погода хорошая, вот тут снег растаял, дождя нету. Самое главное. Ну все, поперли.
Так. Не хватит, да? Жди, стой. Не, надо стоять рядом, надо. Сейчас драка начнется. Экс. Решили с Иванычем прогуляться сегодня по бору, в то место, где у нас медведь ушел. Вот, может, повезет, потому что уже вот со дня на день будет холодно, похолодает, и надо уже возвращаться домой. Хотя до сих пор удивительно нет снега. Обычно в это время года уже снега очень много, но не в этот раз. Поэтому сейчас упаковываемся, оборудование, котелочек, по минимуму, может, переночевать придется, и пойдем по бору прогуляемся. Ягодки перекусим, может, глухарик попадется. Вот. Но главная цель — найти, попробовать того медведя. Стартуем с того места, где медведь переплыл реку ночью. Че, Иваныч, не лишка? Нормально? Нормально. Перегруза нету? Нормально, нормально. Че, вперед? Погнали. Ну так брюндюка рыл, да? Шаман, пойдем! Нефиг белок лаять! Белки заколебали, что-то молодежь переключилась на белок, бля. Сколько здесь ширина? Ну, средний, небольшой. Не сильно большой. Вон четко отпечаток. Задний лап. Сами давайте.
Ребят, снова эти непонятные круги. Мы сколько ходим по лесу, до сих пор понять не можем. Я думал, Иваныч знает, и он не знает. Значит, ты тоже не знаешь? Ну что это за круги? Кто скажет? Откуда они образовались? Может, это мыши по кругу ходят? Танцуют. Вот они только в барах образовываются, такие круги. Да, их много таких. А откуда? Откуда они берутся, никто не знает. Ладно, идем дальше. Брысь. Я. Ходи. Пусть висит. Шишку защемляют и семечки достают. А это чтобы им удобно было, да? Да, чтобы семечки доставать удобно. А вот это все это есть? А это вот он столько наел. Обалдеть. Я столько лет голову ломал, думал, кто так делает? Думал, белка. Mm-hmm. Это, оказывается, дятла. Ну точно, обеденный стол дятла. Против этого рога вам помогут только мыши. Какие мыши? Против рогов вам помогут белки. Пользуйтесь белками Сибири. И у вас никогда не будет рогов. Странно, почему эти не съели. О, какие роги. Мы маленько кончики погрызли. Лоси тут свадьбу играли. Потоптали маленько все. Перина. Зашли в бор, который ни разу не горел. Вообще кругом сплошная перина. Такой вид обалденный. Собаки убежали за оленями. Походу мы их сегодня уже больше не увидим. Мошка появилась, солнышка, правда, нет. На улице пасмурно, но дождичка нету. Прошли где-то около 6 километров, наверное, 5-6. Перешли болотце и вот зашли в такой бор. Сейчас поужинаем, чайку попьем. Не знаю, будем смотреть. Медведя, похоже, нету. Собаки ушли за оленями. Одного добыли глухаря. У нас есть ребрышки, будем кушать ребрышки. Вот. Если приспичит, то может заночуем. Такие дела. Thank you.
Если приглядеться, видно поеди оленей на ягеле. Ягель хороший, крупный. Не знаю, будет вам видно, нет? Вот где светло, это ягель, а где темно, это съедено. Ну, то есть, вот тут вот съедено, а вот тут вот чисто. Вот тут съедено. Ягель, он как губка. Такой. Чем-то даже на резину похож. Ну, запах такой грибами каким-то дает, что ли. Но очень хорошо впитывает влагу. Прям в сапогах идешь, как ноги даже подскальзываются. Влажность большая под ним. Собаки так и не хотят пока возвращаться. Как уж уровали за оленями, так и с концами. Брусники здесь, море. Мы уже, правда, даже объелись. Я-то уж точно уже переел, по-моему. Брусника после мороза. Вкусная. Обалденная. Самый кайф, знаете, какой, ребят? Здесь не нужно перину искать и где переночевать. Здесь просто вот так вот ложишься и балдеешь. Потому что кругом перина. Зая, уйди отсюда, коза. Зая, это моя перина. Вот, давай под голову. Сама. Уйди. Такая. Сама. Ну, короче, как-то так. Только кое-кто мне хрен что даст. Отсюда. Уйди отсюда. Кто коза? Кто коза? Кто коза? Кто коза база? Перина. Вот так, ребят, перина. Вот самая лучшая перина. Дошли, ребят, до глухаря. Сейчас глухаря заберем и пойдем к лодке. Собаки так и не прибежали. Жайма с Кусей. Похоже, придется нам еще на лодке вверх подниматься. Искать их. Потому что последний раз отпеленговались в 9 километрах. Папина добыча. Ой, такая лапочка хорошая. Ой. Вот так, ребят, медведь бревна разгребает. Короедов ищет. Личинок короедов. Всяких заек ищет. Тоже. Старшаки так и не вернулись. Идем к лодке. Еще километров парочку, наверное, осталось. Ну, лисичка еще съедобная. Это не белянка? Белянка вот. Белянка, а. Гляди. Можешь солить. А, это вот мы такие кушали, да? Да. Она даже не замерзшая ничего. Ну, они уже, по идее, все равно отошли. Сюда.
Ну да, сегодня у нас какое? 20 октября. Сегодня, ребят, у нас 20 октября. Я уже больше месяца в тайге. Ну, наверное, завтра домой. Потому что вот-вот со дня на день может мороз ударить. И можно встрять. Мёрзнуть здесь на зиму. До дома здесь далеко. Такие дела. Шоман, ты что такими глазами преданными смотришь? Он охраняет. А, глухаря охраняет? Да. Чтоб никто не упер. Угу. Смотри. Смотри, чтоб никто не упер глухаря. Взгляд такой хитрый у него. А то упрут глухаря Шоминов. Ну, я, наверное, ближе к середине декабря, наверное, так. Ну, посмотрю по сезону. Давай, удачи! Все, Иваныч, давай, друг, удачи, ну. Сейчас, ребят, едем к местной деревне. Там Иван Николаевич нас заправит. Там где-то еще надо литров 150 бензина. Мы оставим ему канистры, полтинники. И уже двинем домой. Сегодня домой мы не доедем, по-любому. Сейчас 8:30 времени, но мы сегодня не успеем. Ночевать будем где-то возле речки, скорее всего. И потом уже двинем до дома. Такие дела. Решил, ребят, остановиться и немножко перекусить. По дороге заправлялся, в деревню заехал к Ивану Николаевичу. Он до этого, когда уезжал, я ему отдал все медвежье сало, и он его, ребят, закоптил. Вот такая вот красота. О! Вот такая. Вот. Я кусочек пробовал. Было просто обалденно вкусно. Медвежье сало, вот.
Я первый раз солю сало, ну, просто посолил его, как свиное. Такие дела. До дома еще далеко. Я думаю, приеду ночью, глубокой ночью. Вот. Сейчас пьем чай, кушаем сало и едем дальше. Чёрненькое. Чё, зайка, вкусно? Зайка сказала, вкусно, ребят. Гуся. Жарь. Парни, какое оно вкусное. Оно во рту тает. Кто добудет медведя, парни, солите, как свиное, и коптите. Это просто умопомрачительная вещь. Свиное рядом близко не стояло. Ну что, ребят, вот и закончился наш сезон, водномоторный, скажем так, сезон. Пробыли мы в тайге больше месяца, ну где-то месяц, 10 дней плюс-минус. Охота была удачная, охота была яркая, масса впечатлений, масса эмоций. Сейчас, конечно, уже подустали, хочется домой. Медведя мы добыли, птицу добыли, соболей поснимали, лосей поснимали, удивительный край наш поснимали, я остался доволен. Большая благодарность, ребят, всем, кто мне помогал, это и местным жителям, парням, всем ребятам, кто так или иначе принимал участие. Особая, ребят, благодарность всем, кто помогает моему каналу. Благодаря вашей поддержке этот канал живет и будет жить. Вот. Сейчас, конечно, времена непростые, мне очень нужна ваша помощь. Поэтому низкий поклон и большая благодарность вам за каждый потраченный рубль на мой канал. Все идет в дело, все идет в съемку. Вещи эти довольно-таки дорогостоящие. Но пока вы меня смотрите, пока вам нравится то, что я делаю, мое творчество, я буду этим заниматься. Вот. Ну а сейчас все, ребят, собираемся и домой. Дорога нам еще предстоит на машине не близкая. Еще надо будет проехать около 300 километров. Вот. А дальше уже будет зима, будет снег и будут новые охоты, ребят. Заводите лайк, любите лайк, занимайтесь охотой. Эмоции того стоят. Я ни грамма не жалею об этом времени. И вообще собаки в мою жизнь внесли очень большие положительные изменения. Благодаря собачкам я стал чаще выезжать, благодаря собачкам я стал чаще заниматься охотой. Да и просто для здоровья полезно. Маленько я похудел, но это и к лучшему. Я к этому, в принципе, и стремился. Потому что на охоте там все по-настоящему. Там настоящая, ребят, жизнь. Такой жизни в городе, наверное, нигде не испытаешь таких эмоций. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про меня. Ну, а я буду, в свою очередь, стараться для вас сделать самый лучший и хороший контент про охоту. Всем пока, всем добра. Ах, Самара, Шома. Шома, Оклахома. Шома, Оклахома. А, Шома? Шома, ребят, возмужал, повзрослел. О, зайка, ты выбежал. Я даже не видел, как ты выбежал. Иди место. Щенки подросли, щенки начали у меня работать. Им сейчас 6 месяцев. Растут нормально, радуют меня. Ну, в общем, пока я доволен с собачками. Сейчас приедем домой, посмотрим, где у меня дар. Дар... Пробежал около 300 километров по реке, и ребята его, товарищи, знакомые мои, подобрали. За что им большое, огромное спасибо. Вот. Поэтому Дар сидит дома, остался он нынче без охоты, без осенней. Ну ничего, девочки мои меня не подвели. Жаймой с Кусей поставили медведя, и ни одного. Было 4 работы по медведю, но добыл я одного.
добыл одного, потому что второй медведь тоже был реальный, но там слишком далеко было выносить. И не стал я его добывать. Вот. Ну и две работы были ночью. Ночью дело опасное подходить. Поэтому не стал рисковать. Место, только выпрыгни-ка. Не спокойно. Оп. Ну все, бандерлоги, поехали домой. А кто там у нас сидит, а? Даруха. Даруха Мандарух. И моя кабаняшенька. Ты моя кабаняшенька. Кто там у меня сидит? Ой, ты моя кабаняшенька. Терял папу, да? Да. Ребята, он пробежал почти 300 километров по речке, представляете? Чудо мое, а? И как ты потерялся, а? И как ты потерялся, кабан? А, Даруха. Ой, кабан. Папа тебя, я уже там извелся весь. Папа тебя потерял. Такие дела. Че, на охоту ходишь? А нету охоты. Все. Ты ее просрал охоту. Ты просрал охоту. Все. Нету больше охоты. Все, теперь только по снегу поедем. Да. Только по снегу поедем. Пришел он какой-то подавленный был. Даже не лаял. Он обычно прыгает, лает. А тут он просто был подавленный. Ну, видать, стресс испытал. А сейчас смотрю, уже маленько 5 минут, все, развеселился. Похорошел. Хороший пес. Самый лучший пес. Самый лучший пес. Ладно.